В Москве накануне прошла кинопремьера, на которую пришли многие звезды шоу-бизнеса. Некоторые из них взяли с собой и наследников. Так сделала, например, певица Наталья Ионова, которая больше известна как Глюкоза. Исполнительница вышла на красную дорожку с дочками с 16-летней Лидией и 12-летней Верой. Глюкоза появилась в черном кожаном платье с глубоким декольте, а девочки проявили свой уникальный вкус. Лидия же решила удивить всех присутствующих. Она достала из кармана маленькую красную змею. Наталья рассказала, что питомец помогает наследнице чувствовать себя увереннее и справляться с паническими атаками. Старшая дочь певицы решила пойти по ее стопам. Лидия уделяет много времени музыке и уже выпустила несколько хитов.